28 октября 2018. Фельдманека парк. Там какие-то рогатые, крупный рогатый скот. Туда не пойду. Здесь у нас белочки. Надеюсь, не только у меня. Ах ты, юрки какие, ты посмотри. Ты же моя маленькая, глазастенькая. Так, а здесь у нас козы и страусы. Очень любопытное сочетание. Ух ты, какие у них ноги интересные. Два пальца, что ли? Выглядит как инопланетянин, честное слово. Потрясающе. Какие вы здоровые, ребята. И зачем вам такие шеи длиннючие? Чтобы прятать в голову в песок, не нагибаясь. Да, кажется, с точки зрения выживаемости, длинная шея — это крайне удобно, поломать можно. Ух ты, боже мой, что ж ты так по ушам-то бьешь? Пора текать. На свист не оборачиваемся, да? Ты посмотри, как по ушам, да. Коняшка-то. Центр психосоциальной реабилитации. Очень любопытно. В детстве каждый человек думает, что он особенный. Главное, чтобы он пронес это чувство через всю свою жизнь, потому что так оно и есть. Ну да. Особенно если у вас, как у меня, 46-й размер обуви. С этим чувством не расстанешься до могильной плиты. У одного ма, пускай будет га, спросили, чего ты желаешь в жизни. Ага, мальчика. Мальчик ответил: я хотел быть счастливым. Ты неправильно понял вопрос. Нет, это вы неправильно поняли ответ. Все, выходные пропали, буду думать над этой фразой. Египетский священный ибис. Надо же. У дороги ибис, у дороги ибис. Расскажите ибис. Ну, фламинго рожевый. Он совсем другой коленкор. Мама моя родная, а ты еще кто такая? Мутобор. Коскороба. Коскороба. Черные лебеди. Нет, посмотри, как красиво. Какие ты просто схематично нарисованы. Создается впечатление, что это компьютерная графика, а не реальное животное. И опять цветы, цветы. Черные, вообще просто. Да, сейчас народу будет все больше.
Пора текать. Да, ну это то, что справа от входа, если мы входим в аквапарк, это детские развлекательные всякие качельки, домики. Конечно, на удивление, особенно мы, когда приходят, он больше времени уделяет здесь не столько животным, сколько этим качелям и горкам, которых, в принципе, и дома вполне хватает рядом с домом. Ну, сердцу не прикажешь. Так, выключаю, там будет громко.